Дорогие друзья, сегодня мы приехали к Карине. Это девочки 18 лет, да, Карине? 19, да? Она живет на Бакумово. Сильные обстрелы здесь были, да? Да. И ты здесь находилась? Да, окна разбиты были. Окна тут повылетали в комнате. Почему мы приехали сюда и почему приехали к Карине? Потому что у нее есть заболевание, опухоль по-женски, и эта опухоль не дает возможности ей ходить и нормально жить. Сейчас, ну, можно сказать, уже счет идет, конечно, не на часы, а на дни, потому что наша онкология взялась ее оперировать бесплатно. Но для того, чтобы ей сделать операцию, ей нужно дорастущее еще лекарство. Средств у семьи нету, конечно. И у Карины тоже их нету. И вот буквально вот я немножко волнуюсь, дорогие друзья. Почему? Потому что вот видя, как страдают наши люди, а вот у меня такие ситуации были, мы и спасали людей от разных болезней, и не успевали это сделать. Но здесь есть полный, стопроцентный практически шанс спасти эту девочку. Я очень хотел бы, чтобы вы помогли. Почему? Потому что без вашей помощи она погибнет. И сейчас уже в ближайшие дни, ну, я думаю, что уже на конце недели, а может быть в начале следующей недели, есть возможность ей сделать операцию. Нужно просто лекарство, на лекарство нужны деньги. И я обращаюсь к вам, ребята, помогите. Пожалуйста. Пожалуйста, кто сможет. Не будет безразлично, я просто хочу выжить и ходить. Так что, друзья, прошу не пройти мимо. А сейчас мы в конце уже Кариночки от Наташи Зорченко, Санкт-Петербурга, даем 1000 рублей для начала. Спасибо большое. Спасибо большое. Очень вам благодарна.